Полный ход. Мистер Джойнер, вы оказали стране огромную услугу. Теперь отдайте мне оружие, и мы вернем властям ключи доступа. Вместе. Стоять на месте. Все, больше ни шагу. Я выстрелил в него, и в тебя могу. У нас мало времени. Стоп, стоп! Я сказал... Облом. Меткий бросок, сучка. Знаешь, почему твой друг Боб не мог быть черным барсуком? Потому что он слабак. Услышь я еще одну дурацкую историю про Келвина, золотую ракету Джойнера, о том, какой крутой ты был в школе и как был этому идиоту лучшим другом, я бы рехнулся. В реальности ты почему-то не такой крутой. Ты как будто обычный парень, каких миллионы. Подстроить собственную смерть было легче всего. Работать с Бобом каждый день – вот что самое трудное. Эй, Фил! Что, Боб? Одна пуля, один труп. Нет, нет, знаешь, как пойдет, так пойдет. Ладно, короче, пока, пока, Боб. Я поехал. Я придумал черного барсука, взорвал сумку с кровью, и этот идиот купился. Боб! Нет, нет! Держись, старик! Нет, здесь, походу, бомба в кабине! Черт, ты изнутри, что ли, дверь держишь? Нет, 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 прости! Нет, не сдавайся! Да, пока, Боб! Я смылся, забрав с собой 500 000 000. А бойскаут Боб просидит всю жизнь в тюрьме. Америка – это рай для таких, как я. А теперь у Боба погибнет уже второй напарник. А может, не надо? На колени, золотая ракета. Это что было? Прыжок ракеты. Да? Что ж, хреново летаешь. Я знаю. Зачем тогда прыгал? Отвлек врага. Ау, ты вырвал ему глотку! Один удар, один труп. О. Ракета, дай мне руку, я помогу. А, иди ты, отойди от Ой, меня! Ой, извини. Вставай, подумаешь, глотка. Круто ты его отвлек. Прости, что стрелял в тебя, но только так я мог спасти тебе жизнь. Но когда ты ранил меня, чтобы Фил признался, что он черный барсук, это была разводка сотого уровня. А то, я рад, что ты все понял правильно. Это был мой план с самого начала. Ты просто рожден для нашей работы. Ты ведь умный, много умеешь, обаятельный, и у тебя есть офигенное кодовое имя – Золотая Ракета. Но для начала надо скорее передать коды доступа Харрис, а то опоздаем. О, сейчас не понял. Куда опоздаем? На встречу выпускников. Воу-воу! Уж зажжем. Боб,